Так, ребят, всем привет. Чё похожу? Какое сегодня число? Пятница, март. Потом напишу там, какое сегодня число, забыл. Март месяц, 20 какой-то, 19-й год. Это Гаркалны, недалеко от Риги, по Сигулдскому шоссе. Ну вот такую вот площадочку я рыл здесь. Видно меня, не видно. Страшно подходить, пацаны. Хотя уже топтался я там вокруг них. Я черт его знает. Может, это какие-то учебные муляжи. Но долбанул я по ним ковшом. Там даже видно на них вмятины по бокам от ковша. Но они же должны срабатывать не от боковых каких-то ударов, а именно по верху, блин. По самому этому я там снял, должно быть видно. Ладно, хрен с ним. Лучше я туда, наверное, уже и не пойду даже пешком. А то хрен. Ну если такая ебанет, блядь, то нахуй, может отъехать дальше. Я здесь участочек равнял, вон трактор стоит здесь. Равнял. Вот деревьев тут несколько завалили. Пеньки я тут вырывал. Эти лежат. Ну и короче, тут что-то бац. Думаю, херня какая-то. Смотрю, еще ездил, скакал по ней. Думаю, ё-моё. Я сначала подумал, здесь какой-то от столба фундамент, типа. Но я не знаю, ребята, здесь Ладожский полигон, может, кто специалист какой. Вот, в тенек даже сделаю. Не знаю, я не буду ее тут сейчас. И тут вот еще раз, вот это вот вверх тормашками. Посмотрим сейчас. Ну, вверх тормашками одна. И вот три на ребре. Вот здесь вообще удар был конкретный, ковшом. Вот прошелся, смотрите, здесь. Я не знаю. Ну, короче, вот, вот еще, бля. Здесь вообще после... Ладно, короче, я, наверное... подождите, здесь что-то написано. Все, ребят, все, пацаны. Я поехал домой. Все убежали, все смылись. С вами... Юрий Диринч, живой пока еще. Комментарии комментируйте нахер.